ворота. Сложно было его отбивать, мяч с близкого расстояния пробили, и сильный получился удар, и не смогли справиться с ним. Ну что ж, 8-1, это уже что-то. Уже есть о чем рассказывать по приезду в украинской команде домой. Мы с игры забивали «Металлургу». Немного, немногие игроки могут этим похвастаться, немногие команды могут это себе записать в официальный протокол. Через несколько секунд пойдет последняя минута второго периода. Немного, признаться, сегодня работы у судейской бригады. Александр Минаев, напомню, и Валерий Войков судят эту встречу.